Око за око. Всем привет, с вами Дагуот, это StarCraft Remastered, компания Зергов и Безумный 2. Наконец, я вновь стал единым целым и вернулся к вам. Коварные протосы осмели убить бессмертного. Тамплиеры, сразившие Саржа, не похожи на своих собратьев. Их темная энергия подобна моей. Она и причинила мне вред. И все же слепая гордость протосов принесет им погибель. В тот миг, когда убийца по имени Зерату напал на Заша, разум Тамплиера соприкоснулся с моим, и мне открылись все его тайны. Теперь мы ясно видим путь на родину протосов Айю. Ваши поиски увенчались успехом, дети мои. Скоро Айюр будет наш. Сперва нужно обезопасить нас от темных тамплиеров. Цейбрал устрой ловушку для наших врагов, а Керриган приведет их к тебе. Ну, типа, вроде все понятно. Непонятно другое. Если как бы мы поедем на родину. Айюр, да, на родину протосов. Непонятно, чем это протосам поможет. Как бы они, наверное, ждут, но расселились по всему космосу, и им будет скорее обидно, чем слишком больно и тяжело. В любом случае, в этом задании нужно уничтожить базу протосов. Понятно. И дать ему темному тамплиеру уйти. Керриган должна выжить. Пробуем. Земные войска между колониями с помощью каналов Нидуса. Да, несколько есть баз, да? Прекрасно. Thank you.
пацан-то жирный. Пацан-то очень жирный. Всем стоять рядышком, да, в кучке. Отлично. Так, надо бы срочно найти ресы, потому как с ресами, да? С ресами вообще не прикольно. Логово исследуется, понятно. Тем временем я сделаю эволюционную камеру еще. Где-нибудь, вот, наверное... Так, надо больше слизи, срочно, надо срочно больше слизи, вот, сюда. Сюда, стоять, пацаны, всем стоять. Что тебе мешает? Давай, строй, стройся. Это личинки, блин. Ну и зачетненько, что сказать. Очень даже зачетненько. Наши войска атакованы. Строится. 100 королев.
тем временем у меня появляется первый человек. Мне его очень не хватало. Завершена. Авиационная камера сюда. Да, есть. Куда-нибудь вот, наверное, здесь я построю еще штучку. Ну, это все как бы нужно ждать. Здесь строю штучку. Первый флот начинает быть разным. Флот — это очень хорошо, правильно и вкусно. Просто замечательно. Так, прикрывайте мне срочно. Пещера устраивается. Как вот так, да. Что творится? Просто уйди. Так. Пещера. Достижение, да. Улучшаемся. Тем временем улучшаемся, да. Так, ну что, и можно наконец-то пойти на разведку. Я ночью что здесь окажется, я увижу где-то. Yeah.
хватает рабочих какого-то лешего. Иди сюда, нехороший ты наш день. Временем можно построить. О, замечательно. Построить надзирателей. Правильная тема. Замечательно. Пойдем на строительство. Гаврик. Лучше базу сразу разрывать. В принципе, там не сильно дофига было войск. Но при этом они забывают резко. Нам нужно больше виспена. Блин, нету. Все, что было, вам уже отдал. Слушай, они сами неплохо очень не поступают. Ну, вот такая вот мини-пачечка, наверное. Так. Оставаться у маяков. Да, да, да.
Катера вернулись к маякам. Проследи, чтобы они там и оставались. Просто какой-то ужас. Не оставить вас на пару минут буквально. Нам нужно больше веспена. Оставь. Ресы тоже катастрофически заканчиваются, блин. Делать что делать, что делать надо, наверное. Что-то строить. Нам нужно больше веспена. Так, окей. Сюда. Срочно всем прибыть на место новой дислокации. Потому как все плохо. А вы что стоите? Я вас жду, чтобы самый главный там не летели, ребята, а вы там. Да. Банду зергов. Мега зергов. Ну, давайте.
истреблять твоих слуг. Неужели могучие тамплиеры лишились своей безупречной храбрости? Запомни, прислужница зергов, мы нападаем из теней вовсе не от того, что боимся сражаться при свете дня. Отступи, пока еще можешь. Ты переоцениваешь себя, темный тамплиер. Я не какой-то беспомощный церебрант, которого можно убить под покровом тьмы. Я королева клинков. Один мой взгляд испепелит вас. Ты и твои сородичи утомили меня. Готовьтесь к смерти. Тихо, только он пока и решает. Пошли сюда поближе, чем-то. Окей. Ну что, наконец-то можно построить новую базу. Очень нужна. Очень нужна. На подходе, да. Пачку. Враг атакует пулей. Досадно, недоразумение исправлю. Так, а учитывая, что у меня тут просто мега пачка стала пацанов свободных, надо как бы их привлекать к работе. Закончились ресы. Нужно срочно с этим что-то делать. Здесь, да?
защищать вот этот вот уголок. Все работают замечательно, просто замечательно. У нас вас быстренько сюда можно послать. Я сейчас так и сделаю, значит, быстренько. Здесь будет база. Да. Все, у меня появились какие-то ресы, потом как с ресами вообще полная лажа. Thank you.
Так, это будет ударная пачка крабов. Я один раз, пачка крабов. Только нужен газ, причем срочно и много. Газик есть, погнали. Замечательно. Все, остальных можно новых навык делать. Нам нужно больше веспена. Нам нужно больше веспена. Все будет. Ребятушки, ресики, срочно всем туда. Срочно добывать ресики. Куда-то нестись. Так, как и времени все флот. Строим флот. Нам нужно больше веспена. Опять веспена не хватает. Круто. Не сильно круто, но прикольно. We'll be right back.
перестали поддерживать кадр. Надзиратели, наконец-то я решил этот вопрос. Надзирателей здесь воткнемся. То есть они работают, надзирают там, делают что-то хорошее, полезное. Да, покоцали там не слабо. Вообще еле живые. Ну что, сейчас еще дефа добавим, чтобы не так быстро убивалось это все. Можно будет идти пушить, рашить, добивать. Завершена. Так, тем временем я счет полная пачка. Залетные не слетают.
власть королевы клинков. Как яростно. А, видимо, это все. Видимо, база вырвалась. Ну, вот такая вот интересная. Так. Ну, по всем параметрам я здесь превосходил противника.